Добрейшего дня. Продолжаем снимать про озеро Заринский. Это наша вторая остановка. Пешеходная дорожка. Мы продолжаем по ней идти. И вот мы приблизились к территории, где начинаются такие интересные домики. Вот такой вот хай-тек тут себе построил. Вот такой вот коттеджик. Очень красивый домик. Вот такой вот. Это частные дома. Как видите, забора практически нет, как у нас, в 3 метра высотой, с охранниками, колючей проволокой, собаками, голодными крокодилами. Здесь все демократично, никто на территорию не полезет, потому что частная собственность. Вот. Если у меня спросите, сколько они стоят, ну, не знаю, может миллион, может чуть дороже, но порядок цен примерно такой, вот такого-то имущества. Оставайтесь с нами на канале и увидите много интересного.